Ребят, то, что я сейчас буду говорить и показывать, полнейшая хуйня. И курить это я вам не рекомендую вообще. Но это у нас табак от компании Мэтт Пир. И за этот срок из говна на палке этот продукт превратился в реально достойный, который прям надо попробовать и понять, как же он, сука, изменился. Я на самом деле ни разу в жизни не видел, сколько лет в этой культуре, чтобы продукт так сильно прогрессировал, то есть, чтобы у него была такая мощная прогрессия. И это не потому, что, блядь, мне Мэтт Пир заплатил и прочее, да? А Мэтт Пир, блядь, нихуя не платит никому. Я даже бы и не тратил время на самом деле, типа бабок нет, нахуя мне тратить на это время, но продукт меня впечатлил. Так, давайте разбираться вначале с планом. Достал я, блядь, коробку, уже открываю, готов вам все рассказать. Смотри, сегодня мы выберем победителей, которые выиграют дохуя из аксессуаров от компании Estate Hooker. Да, это будет чуть попозже. Также мы разыграем 3 приза от компании Мэтт Пир. Они кое-что для вас подготовили. Мне написали и сказали, да, если ты вдруг будешь снимать на наш продукт обзор, там, ну, мало ли, как-то будет скучно, и ты захочешь снять, то имей в виду, у нас есть 3 подарочных комплекта, 3 места для твоей аудитории. Поэтому смотри внимательно, не пропусти условия, да? А теперь давайте, смотрите, у нас есть вот такой вот бокс, который мне приехал, это презентационный бокс, грубо говоря, новой ревизии продукта. И здесь есть 2 продукта внутри одного бокса. Первое – это сам Мэтт Пир табак. И у Мэтт Пира появилась новая такая аксессуаровская линеечка под названием Мэтт Пир Индастриал. Там они делают разные прикольные штучки, что очень приятно. Почему нет? И первое, что я хочу вам показать от Мэтт Пир Индастриал – это вот такую вот досточку. На самом деле, я компанию Мэтт Пир и как они последнее время ведут социальные сети и как преподносят свой продукт, начинаю сравнивать на самом деле чуть-чуть с компанией Apple. Как бы это ни было, как бы это ни звучало, но это так. Ты покупаешь Мэтт Пир Go, просто палку, но хочешь, чтобы он был чуть, сука, покрасивее, купи отдельно насадочку. То есть, примерно, да, Мэтт Apple. Доска. Вроде бы обычная доска, но вот эта, сука, игрушка и вот эта надпись подкупает. Ее прям охота именно вот, сука, чтобы она была у меня от компании Мэтт Пир. Вот хочу пиздец. Дальше, что у нас здесь? Здесь у нас идет брошюрка со вкусами и, конечно же, ценник. Короче, 250 грамм пачки от компании Мэтт Пир стоит полторашка. Это среднерозничная цена, рекомендуемая, РРЦ-шка, то, что должно как бы стоить на полке. Ну, плюс какая-то копейка маржинальности от магазина, а именно те, которые неофициальные, грубо говоря, продавцы Мэтт Пира. Полтинник стоит 375 рублей. Если бы это было раньше, я бы вам сказал бы, ребят, да ну нахуй надо. Ребят, не тратьте деньги на этот продукт. Один раз попробовали и хватит. Но сейчас я скажу, что за продукт, который вот здесь и который я прокуривал, вполне адекватная цена. Также здесь есть немаленькая инструкция, как все это бить. К табачку вернемся попозже. Есть, грубо говоря, 3 ручки они прислали. Это очень нужно в мое время, когда, блядь, документы, не документы, это все должно валяться в машине. Стикер-паки. Кстати, у Мэтт Пира очень качественные и интересные стикер-паки. Я, в принципе, все их собираю от разных производителей. Потом что-нибудь обклею. Машину, блядь, обклею. Далее идет мундштук персона от компании Мэтт Пир. Это индивидуальный мундштучок. Здесь, кстати, на всех языках вроде спасибо. Но нет на узбекском, на казахском и на таджикском. Это очень печалит. Вот так вот из себя представляет этот мундштучок. Он крутой. Да, он эстетичный. Он металлический, он вот такой вот прикольный. Как бы куришь и кайфуешь. Я его заберу сразу себе, чтобы он у меня здесь был. Далее, вот такой вот портманник. Или что это? Надо бы спросить у меня на самом деле, что. Я, короче, посмотрел инструкцию.
Она такая же непонятная, как и у компании Apple. А я его и так изгинал, и так, но у меня ничего с ним не получилось. Далее идет вот такое вот металлическое яблоко. Поняли, да? Металлическое, сука, яблочко. А, вот такое вот. Вот такая вот металлическая игрушка, наклеечка, можно наклеить на мобилу, на MacBook, на машину, чтобы все видели, что ты фанат Мэтпира. И есть, собственно, такая же визиточка в визитнице, где написано «Спасибо» на разных языках, потому что компания Мэтпир международная. И теперь к самому интересному. Давайте я все это выложу. Я немного почистил стол. Чуть-чуть, совсем. Это 50-граммовые пачки Мэтпира. Они тоже, в принципе, прикольные. Но самое главное, это их внутреннее содержимое. У нас здесь, в принципе, вроде вся палитра вкусов. Какую-то часть я уже выкурил, чтобы понять вообще, что из себя представляет этот продукт. А вот эта наклеечка, она отрывная. Здесь вот даже есть стрелочка, типа «Оторви меня». Вот так вот оторвал. Грубо говоря, и наклеил, куда нужно. В любой контейнер. В принципе, череп – это и есть контейнер для вашего мозга, да? Так, что хочу сказать. Вообще, к чему весь этот обзор? Говорить про компанию Мэтпир, что у них есть табак такой-сякой, не сякой, не вижу смысла, все и так все знаем. Я вам сегодня хотел бы донести такую вещь, что Мэтпир стал интересным продуктом, который нужно курить. И поэтому у меня здесь лежит чашка. Чем вытаскивать табачок, я вам хочу объяснить, наверное, как правильно его забить так, чтобы он раскрылся как положено, и его второй раз за неправильную забивку не захейтили. Первый раз я Мэтпир очень жестко хейтил, не потому что я его неправильно забивал. Я был на дегустации в Алмате, я был на дегустации в Москве, я был на дегустации в Санкт-Петербурге. Я еще был на многих дегустациях, и везде этот табак меня только лишь разочаровывал и разочаровывал. Очень сильно давил по горлу, а ромка недолгая, и перегревался, и куча-куча всего остального. То, что могло только с этим табаком произойти, с ним все негативное произошло. Но, бамс, табак стал нормальный. Давайте забьем, наверное, вкус лимонных вафель, потому что я считаю вкус очень крутой. Давайте начнем забивать. Хоу-хоу-хоу. Победителя оказалось не так легко-то и выбрать. Давайте, я как варвар все это открою, потому что я, блядь, варвар. Так, что нас ждет? Нас ждет также внутри фирменный пакетик. Ты понимаешь, братишка, что это значит, да? А есть, собственно, QR-кодик, чтобы точно уточниться, что это за вкус и как вообще к чему. Так, пакетик у нас 50-граммовый, есть отрывная часть, она очень удобная, открывается все тоже очень легко. Пахнет, в принципе, как было, вот как только Мэтпир появился, он как пах вкусно с упаковки. Так, в принципе, он пахнет вкусно с упаковки. Единственное, что отличало, это то, что когда ты его забивал, ты получал 100% иной вкус. Не в плане того, что, блядь, ты забиваешь вафли, а у тебя ягоды. Нет, в плане того, что курилось все очень ужасно. Сейчас же все очень здорово и комфортно. Короче, смотрите, мы выкладываем его очень пышно. Прям не нужно вообще его трамбулькать, да? Просто пышненько, как самую пышненькую девочку, аккуратно. Как тесто на пирожки. Очень-очень аккуратно все это вываливаем. Вот так. Вот так. Вот так. Что касается консистенции табачного листа, честно, я вам ничего не могу сказать. Я, к сожалению, не помню, как он выглядел до сегодняшнего момента и как он выглядит сейчас. Сейчас это хороший табачный лист, хорошее сырье, в меру вымоченное, в меру пластилиница, то есть легко очень распушить, не имеет какой-то сильной вязкости и структура, не мелко нарезанное, что очень радует. Иногда с Final Cut, это когда прям пиздец-пиздец крошка, очень сложно работать, потому что он норовится всегда убежать у тебя из чашки. Он очень плотно ложится, что увеличивает расход. Поэтому здесь очень нормально.
Короче, смотрите, мы его забиваем почти под касание. То есть, и ему прям нужно пизда, как много жара, чтобы стрельбануть. А я его прокуривал по-разному. Вначале я его курил, как я обычно курю, да, такой стартую с низкой температуры, долго не грея. А на 2-3 углях и дальше продолжаю курить и кайфую. Но с этим табаком у меня это не получилось просто вообще. Он начал очень жестко горлодерить и бить. Я такой подумал. Чё, блядь? Где? Где эти все новые суперкачества, которые мне давали покурить? Но потом я понял, что давая ему немного больше жара и экстремальной обстановки, он начинает куриться куда легче, приятнее и вообще не бьет по горлу. Маленький нонсенс, я это назову так. Обычно, когда ты даешь пизды табаку температурой, он начинает себя очень дерзко вести. То здесь немного пропорционально наоборот. И меня это немного смутило. Я думаю, блядь, да как так, нахуй? Вот как так? Так, все, я забил чашку. А, у меня уголечки почти уже подошли. Поэтому давайте все это взрывать, мои любимые ребята. А теперь ты готов выигрывать призы от компании MadPeer? Поэтому компания MadPeer совместно со мной подготовила для тебя 3 новогодних мешка. То есть тебе один мешок и еще 2 людям по мешку. В общем, 3 победителя, 3 мешка. Что нас ждет в этих мешках? Я даже возьму телефон, чтобы не ошибиться в этом. Давай, в каждом мешке будет тебя ждать фирменная доска от компании MadPeer и MadPeer Industrial. Персональный мундштук Persona. 250 грамм табака новогоднего вкуса Bitter Lemon. Футболка, фрисби и стикер-пак. И это все ты можешь выиграть за элементарные действия, по факту только лишь за то, что ты подписан на мой канал. Но для уточнения я назову тебе условия. Быть подписанным на мой канал на YouTube. Второе. Подписаться на Instagram компании MadPeer. Третье. Поставить лайк этому видео и включить уведомления. И четвертое. Написать новогоднее поздравление для всех, кто посмотрит это видео в комментариях. И один из мешков в следующем видео уже будет твоим. Главное, посмотри обязательно, чтобы не пропустить итоги. Я тебя люблю. Компания MadPeer тоже тебя любит. Продукт от компании MadPeer меня очень поразил, и я на самом деле, наверное, очень долго ждал, когда продукт станет таким, какой он сейчас, потому что есть некоторые вкусы у компании MadPeer, которых именно в таком нету у других компаний. Все очень здорово, все очень круто и очень-очень нереально. Поэтому маленькие итоги. Компания MadPeer сделала большой прогресс в плане освоения своего продукта, чтобы он стал реально таким, какой он сейчас. Здоровенский, крутой, его приятно курить, у него стабильная крепость. Но есть и минусы. А минусы это, конечно же, немного пропорционально другая забивка для получения пропорционального другого эффекта. Хочешь стабильный табак во время курения, то давай ему больше, блядь, температуры. Хочешь, чтобы немного горло дёрило и немного напрягало, давай ему меньше температуры. Здесь вот главное, чтобы люди могли это понять и как-то людям все это донести. В целом, вкусы крутые и, наверное, подарки будут тоже крутые. К сожалению, для меня такого пакета нет, но он есть для вас, для тебя тоже. Так что, ребятки, это компания MadPeer, MadPeer Industrial, и я, наверное, очень рад за эту компанию, что они сделали такую крутую вещь. Но MadPeer Go так себе. Всем пока-пока, это был Дава, подписывайся на все мои социальные сети, я тебя очень сильно люблю, с наступающим Новым Годом.